ты толкаешь журналиста? Что, блядь? Ай! 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 После того, как суд вынес приговор Алексею Навальному, российского оппозиционера приговорили к 3,5 годам колонии, фонд борьбы с коррупцией призвал россиян выйти на митинги. В результате за день и вечер силовики задержали более 1400 человек, в Москве задержано более 1100 человек, в Петербурге более 240. Сотрудники полиции и ОМОНа начали готовиться к протестам еще до окончания судебного заседания. В Москве и Петербурге был перекрыт ряд улиц. Первые задержания начались еще у здания суда. В общей сложности в ходе судебного процесса были задержаны 350 человек. Очевидцы сообщают о жестоких действиях силовиков. Полицейские вышли на разгон протеста с заклеенными жетонами для затруднения идентификации личности сотрудников, нарушая закон о полиции. В Москве акция закончилась лишь после полуночи, когда штаб Навального призвал участников протестов расходиться. Навальный был осужден за нарушение правил отбывания условного срока в тот момент, когда он восстанавливался после предполагаемого отравления и комы в Германии. Оппозиционеру заменили условный срок на реальный по делу Ивраше. Судья не стал принимать во внимание, что решением Европейского суда по правам человека оно было признано политическим и необоснованным. А ранее власти России даже выплатили Навальному компенсацию по этому делу. Отойди! Куда идем, бля? Сюда руку отпустила! Они застрелят, не волнуйтесь. Мне все равно. У меня четверо детей. Я хочу, чтобы у них было будущее, чтобы у них был выбор. Если он виноват, судите по закону. Что это за такое? Судьи, это процессуально независимые единицы. Все юристы это знают. Невозможно вызывать судью на коленке. Это безобразие, беззаконие. И вас это тоже коснется. Если мы все не встанем, причем а поэтому я и здесь, потому что молодец, меня это коснется. Вы молодец, вы мне сразу понравились. Свободу, Алексею Навальному! Граждане, внимание! Согласно 121-му постановлению правительства города Санкт-Петербурга, он 13-13-2000 года в области города Санкт-Петербурга запрещено проведение любых публичных мероприятий. Шаг назад сделали от меня. Граждане, внимание, данное публичное мероприятие не согласовано в установленном законом порядке. Требую незамедлительного прекращения нарушения общественного порядка. А что это было, не расскажете? Не расскажу.